В селе Отар Кордайского района открылся Дом культуры. Долгожданное желание жителей исполнилось. Разделивший радость кордайцев, глава региона Бердыбек Сапарбаев также пожелал успехов в работе по развитию региона. Жители села Отар в прошлом году на встрече с таким области Бердыбеком Ажбековичем сообщили, что в местности отсутствует Дом культуры. В селе Отар был построен новый современный Дом культуры на 180 мест. В здании работают такие кружки, как вокал, риторика, игра на домбре, хореография, прикладное искусство. Если в прошлом году в селе был решен вопрос газификации, то в этом году в местности появился Дом культуры, что радует жителей. Мы очень рады. Радости нет предела. Спасибо властям, что открыли этот дом культуры. Мы вам благодарны.